Всем привет, ребят! Так, все. Вроде все. Ребят, хотела бы с вами сегодня поговорить на такую тему. Инструкция. Эта тема не просто так появилась. Она, естественно, появилась после того, как мне начали неоднократно писать, и с каждым разом, естественно, все больше и больше, да? А что делать, если у тебя там такое-то состояние? А как быть, если у тебя такой-то сухой день? А как, что сделать вот с этим? Что вот с этим? И все хотят получить инструкцию. Инструкцию, которой не бывает. То есть, смотрите, вы хотите... Вы хотите перейти... в жизнь без еды. Вы хотите перейти в осознанную жизнь. Вы хотите выйти из этой матрицы. Вы хотите контролировать, регулировать и создавать свой мир, свою жизнь. Но чтобы это делать, нужно выйти оттуда, где вы сейчас. А где вы сейчас, вам дали инструкцию с самого первого дня. Там, где вы сейчас, вам дали инструкцию, написали. За вас все подумали. С кем вы будете жить, где вы будете жить, в какой садик вы будете ходить, в какую школу, в какой институт. Вам расписали инструкцию. Вам расписали инструкцию, что нужно кушать. Вот это вот нужно кушать. Нужно кушать утром, днем и вечером. Завтрак, обед и ужин. Вам расписали инструкцию, что если ты будешь заниматься спортом, тебе нужно вот это делать. Если ты будешь заниматься музыкой, тебе нужно вот это делать. И с каждым разом все больше и больше у вас получается этих инструкций. Мы недавно ездили, я ездила с друзьями в палаточный городок. Ну, здесь у нас недалеко. И там очень много ребят, которые остаются в палатках, и все они такие себя позиционируют пробужденными, наверное, так сказать, осознанными, да? Вот. Доброй ночи, Рафаэль. И пришли ребятишки ихние, вот, они, ребята узнали, что я там буду, вот. И сделали такую встречу, мини-встречу у костра, вечером собрались там, сколько-то там человек, вот. И у многих собрались ребятишки. И вот эти вот ребята, сколько там, кому-то 6 лет, кому-то 10 лет, ну, то есть вот такие вот совсем, совсем чистые. И когда у них спрашивают, а ты там куда пойдешь, что ты будешь делать, как ты будешь учиться? И детки начинают говорить, вот я пойду туда-то учиться, чтобы не быть тем-то, тем-то. Ну, как у нас любят говорить, да, дворником, уборщиком, не знаю, там, кассиром в Пятерочке, да, у нас просто это вот такое считается прям обидное все такое. И дело ведь не в том, что я сейчас не говорю, какая профессия хороша, какая плоха, какая нужна, какая не нужна, а дело в том, что мы продолжаем. Вот со всего уровня нашей осознанности мы продолжаем детей просто вбивать в эту матрицу, просто вколачивать. Ты должен учиться, чтобы вот это, ты должен учиться, чтобы вот то. Но мы же это делаем, ты ведь не для детей, вы поймите, мы же это делаем для себя, чтобы галочку для себя сделать, что я все сделал.
а ты уже сам как хочешь. То есть я тебя выучил, я тебя выкормил, я тебя одел, обул, дал тебе вот это и вот это, а дальше ты уже сам. То есть я умываю руки, то есть я как родитель сделал максимально все. Но ты как родитель не дал ребенку ничего. Ты не сказал ему самое главное, что я тебе это делаю не для тебя, а для себя, чтобы он понимал, что не он тебе обязан, а ты это делаешь для себя, ему это не надо. А то, что он потом будет сидеть, я не знаю, там, на помойке или просить милостыню, это тоже не его. И он эту жизнь тоже не заказывал, но ты не смог объяснить, ты как родитель не смог ему объяснить, что ты можешь в этом мире. Для чего тебе быть в этой матрице, чтобы выйти из этой матрицы? Наверное, многие водители знают, да, что когда заносят машину, чтобы выправить машину, чтобы поймать колеса, ты сначала ловишь колеса рулем в эту же сторону. Когда ты поймал колеса, только после этого ты можешь вырулить обратно на дорогу. Ну, если такой нормальный занос, да? Вот. И здесь то же самое. Чтобы твой ребенок вышел из этой матрицы, он должен сначала выловить уровень восприятия этого социума, и ты должен ему показать, как это сделать корректно, а потом выйти из этой матрицы. Но он это сможет только после того, как ты сможешь это показать своим примером, как ты сможешь это осознать через себя. По-другому-то как? По-другому не может быть. Но вы никогда этого не сделаете, пока вы ищете инструкции. Пока вы ищете инструкции от кого-то другого. А как вот это сделать? А что со мной вот там вот будет? А что будет вот это? У нас везде сплошные, посмотрите, у нас везде сплошные инструкции. Со скольки до скольки работает магазин? Как сделать себе бутерброд? Как сделать себе правильный завтрак, обед, ужин? Что будет с нашим организмом? Причем вам не говорят, что будет с нашим организмом, а вам говорят то, что вы должны думать, что будет с вашим организмом. И, ребят, именно поэтому, именно для этого, чтобы вы могли находить инструкцию в самом себе, инструкцию к себе, не к удобному социуму, не к удобному социуму как части себя, а к самому себе, чтобы находить инструкции, именно для этого я сейчас придумала проводить вот эти марафоны. Именно для этого я придумала вести эти марафоны, чтобы вы распаковывали свою инструкцию к своему телу. Что будет, если такая ситуация, когда вы минимизируете еду, переходите на другое питание, когда у вас слабость, когда вы не можете то-то, то-то и то-то, что вам нужно сделать, как вам нужно почувствовать свое тело, не мое, не чье-то другое. А как вам нужно почувствовать свое тело, чтобы вы поняли, что дальше делать в вашей ситуации, не в моей, не в соседской. Я даже сегодня послушала, у нас есть с вами чат, да, школа автономии. Нас там уже больше 8 тысяч человек. И один из участников говорит... Вот чтобы вот у вас вот на определенном этапе, когда вы находитесь без еды, с вашим телом случается вот это. И чтобы это преодолеть, вам нужно сделать вот это. Понимаете? Вроде бы человек с хорошим посылом это говорил, а по факту эта информация не воспримется. Кто ты, чтобы говорить мне, что мне сделать? Ты расскажи о своем опыте, что ты сделал, когда у тебя была такая ситуация. А я решу, нужно ли это делать мне для моего опыта, для моего восприятия моего физического тела. Понимаете, как это работает? Это не про то, что дать кому-то, вот иди делай это. То есть я даю, вскрываю вам ваши инструкции, не свои.
Я вам ничего не навязываю, я вам ничего не рассказываю такого, что вам нужно делать. Я всегда говорю, я всегда вас возвращаю вовнутрь. Конечно, я понимаю, что на ретрит не все готовы ехать, не все готовы тотально поменять себя. Не будете вы после ретрита таким же. Не будет вас того же, кто приехал ко мне на ретрит. Вы уедете абсолютно другим человеком. Это уже проверено не одним ретритом и не одним десятком человек. Но так оно и есть. Не бывает того, что вы спросите у кого-то инструкции, и вам скажут инструкцию свою, которую вы примените. Вы можете применить только ту инструкцию, чтобы стать частью социума, не частью себя, не частью Вселенной, не частью единого пространства, а частью социума. Если вы идете по инструкции социума, а большинство, 99,9%, идет по инструкции социума. Как одеться, как модно, как не модно, где жить, как говорить. Даже мне пишут, как я должна выглядеть. Если у меня такой образ жизни, как я должна выглядеть, мне пишут. С кем я должна общаться, как я должна относиться к людям. Люди больше знают про меня, чем я про себя. Представляете, сколько важности? Куда вы пойдете? Важность – это ваши кандалы, которые вас здесь приковывают, которые вам говорят, что... А вы начинаете эти кандалы искать, не просто кандалы, а начинаете, о, у меня там за бриллиантами кандалы, а у меня там из такого-то металла, а у меня там вот такие-то, а у меня такой-то фирмы. Вот что вы делаете сейчас. Вы не пытаетесь их сбросить, вы пытаетесь их приукрасить. И после этого, когда вам кто-то начинает что-то говорить, вы на него обижаетесь. Потому что он делает для вас неудобные вещи. Светлана, чудесного эфира. Эрик Мелс. Как понять, почему болит душа? Давай сначала ты разберешься и дашь критерии, что ты подразумеваешь под словом душа и что ты подразумеваешь под словом боль. И тогда уже можно будет говорить. Привет, умница, красавица, спасибо. Вот кто-то пишет на английском. Ребят, есть же переводчики. Вы можете в переводчик забить и сразу же здесь, потому что чтобы каждый мог прочитать. Я такие сообщения читать сейчас не буду. Нет у меня времени. Привет, Иланочка. Очень рада тебя видеть. Видела твои фотографии, ты прям красотка. Все-таки ты сумела повернуть вспять свое время. Да, игрок. Вот, ребят, поэтому если вы хотите выйти из этой матрицы, подумайте, действительно ли вы это хотите? Или вы это хотите, потому что социум сказал, смотрите, вот у вас, например, есть такая самая обычная, самая вот простая. Вот вы берете 10 оранжевых карандашей и один синий. Какой для вас будет более красивый? Конечно, сейчас некоторые ответят, ой, для меня все равно, это я не буду смотреть. Но в любом случае, как показывает практика, как показывает статистика, то мы выбираем меньшее. Мы выбираем то, что не похоже на что-то. Из 10 оранжевых карандашей одного синего мы выберем синий. А в другой стопке положим 10 синих и один оранжевый. Нам будет казаться, что оранжевый самый красивый. И вы же каждый, не обращая внимания на себя, идете каждый раз против себя. Вот вспомните, сколько раз вы, например, мечтали. Мечтать – это же великолепно. И в мечтах вы какой? Какая? Вот я вот это вот ответила, вот я вот это сказала, вот я вот это вот сделала. Вот я пошла туда-то. А в реальной жизни вы этого не делаете. Не делаете потому, что вы себе пишете, создаете целый список потому, что.
Я это не делаю, потому что у меня нет времени, нет денег, нет того пространства, не то место, там еще. И там и вы целую, прям вот миллион всего можете написать, почему вы это не делаете. Вы все время уходите от жизни, вы все время уходите от самого себя. Ведь посмотрите, сколько вот взять, блин, из 10 женщин, наверное, ну, женщин 7, например, хотят танцевать. Но они не ходят никуда, не танцуют, потому что у них нет времени, у них нет возможности, у них нет еще чего-то. Говно это все, ребят. У вас нет себя. И только поэтому вы туда не ходите. Вот я люблю рукодельничать, я люблю шить, я люблю вышивать, я люблю там вот это делать. Но я это не делаю, потому что у меня нет времени, там еще чего-то. Ерунда. А некоторые даже не знают, не любят. Некоторые даже не могут себя прощупать, потому что у них нет такой возможности. У них нет возможности походить туда, посмотреть, а нравится ли тебе вот это, сюда, а нравится ли тебе такой круг общения, а нравится ли тебе то место, где бы ты хотел жить. Вы себе не позволяете быть в чем-либо другом, в ином. А вдруг вам там понравится? И что тогда? Здесь уже все понятно, все устаканившееся. Здесь уже знаете каждый уголок. А тут понравится что-то другое, и что? Тогда либо говорить, что я говно, такое у меня не получается, либо идти туда и это опять пыхтеть. Потому что через легкость-то ведь мы не умеем. Многие из вас не умеют через легкость. Потому что через легкость можно идти, когда ты легок. А ты легок можешь быть когда? Когда ты узнал себя, когда ты понял себя, когда ты прочувствовал себя, когда ты не врешь себе, когда ты не делаешь что-либо, чтобы угодить другому, когда ты не делаешь что-либо, потому что ты боишься обидеть кого-то, сделать ему больно, сделать ему неприятно. Ты же за него начинаешь думать, каково ему будет. Как ты можешь думать за него, если ты за себя подумать не можешь? Что тебе нравится? Как ты свою жизнь сформировал? Как ты свою жизнь сделал такой, какая она есть? Ведь очень часто мы просто любим осудить любого другого не потому, что он такой плохой, не потому, что он не подходит под нашу, не потому, что мы даже ему не верим, а потому как нужно его туда засадить, ну как это, вот у меня не получается, вот как это вот она не ест, как это она не пьет, как это она это, да не может быть, наверное, дом под одеялом, сало, там еще что-то, миллион всего. Это только лишь потому, что, ну как это, я такой офигенский, у меня не получается, у нее получается, значит, и у нее не получается. Вот он столько денег заработал, он, наверное, ворует. Потому что вот я такой умный, я такой работяга, я вот такой вот этот, и у меня вот нет столько, сколько у него. А вы даже не знаете, что деньги не приходят на труд. Их не надо зарабатывать. Не нужно идти на 33 работы. Вы же цените деньги. Так вы и несете эту ценность. Вы все время за ними идете, за деньгами. Это ценность. А нужно, чтобы деньги шли за вами. Вы ценность. И тогда деньги будут для вас, для ценности. Нужно же это все перекрутить. И об этом мы с вами будем разговаривать в марафоне по денежному марафону. Не помню, как он называется. Деньги это просто или деньги это легко, что-то такое. Я же эти марафоны делаю не для того, чтобы вы максимально могли себя, чем больше вас будет раскрываться, тем кайфовее мне будет. Это же я все делаю для себя. Вас нет, есть только я. Каждый ты – это отражение меня, это мое зеркало. Как я в него посмотрюсь, какая я перед ним стану? Встану лохматой, зеркало будет лохматое. Ну, я всегда лохматая, но неважно. Деньги – это просто марафон называется, да, мне подсказывают. То же самое, что когда мне говорят, ой, у меня вот вес падает, я бы хотел туда пойти, но у меня падает вес. Ребята, что вы сделали, чтобы он у вас не падал?
Какое осознание к вам пришло, чтобы у вас вообще перестал падать вес? Где вы живете? Почему это? Вот это загар у меня. У меня тоже загар. Это не фильтр. Где вы? Для кого вы? И там в марафоне мы будем разговаривать, почему падает вес. Почему у вас голова дает сигнал вашему телу, что мы с вами все, мы умираем, мы давай готовиться уже будем к тому, что у нас не надо воспринимать, не надо нам наращивать мышечную структуру, не надо нам выносливость, нам не нужна. Почему вы себе позволяете это? А вы ли это позволяете? Или кто-то другой? Вы ли себя? Кто? Вы себя нашли? Если вы себя нашли, то вы тогда видите, кто манипулирует вами в ночное время. Кто манипулирует вами через сон. Я живу как у черта на рогах. Ну, слушай, наверное, весело. Ну, как минимум, высоко. Наверное, это круто. Да, мы сами виноваты в своих проблемах. Так, ребят, у вас нет проблем. Пока вы будете ваш опыт, ваше осознание, вашу жизнь вот с этими уроками будете называть проблемы, вы их никогда не решите, это будут всегда проблемы. А если это будет ваш опыт, то вы просто будете кайфовать. Вы можете остаться вообще без денег. Вам нужно будет, я не знаю, там, вы будете понимать, что вам не на что жить, не на что есть, не на что существовать. И вы кайфанете просто от этого, понимая, что больше такого с вами не случится. Вот этого состояния больше никогда не будет. Будет всегда другое, всегда новое, но этого состояния никогда не будет. Научитесь наслаждаться тем, что вы для себя делаете, вы для себя. В воздухе пахнет только тобой. Да, в воздухе пахнет только тобой. Так. Над чем ты сейчас больше всего работаешь, если не секрет? Ребят, я все это рассказывала уже в эфирах. А если вы хотите узнать больше, то я могу сказать, что на ретритах мы говорим о другом, о ином. Это больше. В эфирах я это не могу сказать, потому что у меня удаляют аккаунты. Это тоже не секрет. Я говорю, что хотел бы понять ее. Так. Боль души похожа на ноющую боль зуба в районе солнечного сплетения. Посмотри, что у тебя в солнечном сплетении. Душа, как может душа болеть? Душа болит, а сердце ноет. Ребят, это не про это. Когда вы поймете, что такое душа, что такое я, нет боли, не существует боли, не существует горя, не существует радости. Есть тотальная благость и любовь через все. Другого не существует. Все остальное — это иллюзия. Иллюзия, в которой нам удобно пребывать в этот период времени. Когда расслабитесь, то будет пофиг на жуть жизни. Не всегда это так, Марк. Смотри. Тебе это человеческое тело нужно, чтобы быть в тонусе. В тонусе это тонус — это не контроль. Расслабиться человек не может. То есть человек... Если человек расслабится полностью, ну, во-первых, он не может расслабиться полностью.
физическое тело, оно в обычном состоянии не может полностью расслабиться. Если даже вы находитесь под общим наркозом, то мышечная структура в определенных местах все равно находится в тонусе. И могу вам сказать, что расслабиться, вы не умеете ни напрягаться, ни расслабляться, поэтому в вашей жизни такие качели. Когда вы научитесь быть в тонусе, вы откинете и расслабление, и напряжение. Тонус – это не про контроль, тонус – это состояние тебя, и это про другое. Так все люди для кого-то все делают, а не для себя. Почему? Что если ты один остаешься вдруг на земле и сразу ничего не захочешь? Получается, все для кого-то. А кто ты это кто? Кто-то это ты. Ты всегда создаешь себе то пространство, которое есть вокруг тебя. Если ты его создаешь по-честному, то ты создаешь каждого человека, который есть в твоем мире на данном этапе. И когда мне говорят, вот у меня там вот этот друг, там что-то с другом стало, вот с этим другом что-то стало, с этим уже не общаемся. И, ребят, это нормально. Это нормально, когда вы получили опыт от кого-то, и получили опыт, и получили, и все. Это может быть неделя, это может быть месяц, это может быть год, это может быть 10 лет. Но вы не можете никого, вы даже отпустить никого не можете, потому что у вас никогда не было никого. Вы никого не можете удержать, потому что у вас никогда не было никого. И вы страдаете на стадии, пока вы еще даже не отпустили человека. Вас же очень много, мне очень много часто ребят пишут, что они боятся смерти своих близких. А почему боятся смерти своих близких? Потому что им нужно будет отпустить то, чего никогда не было. А так как они не могут это отпустить, у них начинается переживание за то, что его оставили. Ведь никто не переживает, а куда он ушел? Ой, он сейчас боли не чувствует. Он сейчас не в этом мире. Как мне его жаль? Ты же не знаешь, что там. О чем ты переживаешь? О себе же. О себе переживаешь, потому что у тебя никогда не было этого человека, который еще посмел уйти. Когда у тебя есть осознание, что у тебя нет никого и ничего, о чем ты можешь переживать? Ты можешь только истинно и глубинно насладиться за другого человека, что бы у него ни случилось. Умер он? С благостью на это посмотреть. Женился он, родил ребенка, счастлив он, только с благости. Какой-то у него негативный опыт в твоем восприятии, в его восприятии, только с благостью. И только тогда ты начинаешь жить в этой жизни. И да, я всегда один, а вокруг меня мое кино. Угу. Да, ты выбираешь кинотеатр. Поэтому, ребят, не ищите инструкции. Находите инструкцию в себе. Не можете найти в себе инструкцию? Не стесняйтесь. Не думайте, что вы слабы и вам придется к кому-то обратиться. Это нормально. Вы же обращаетесь ко врачам. Вы же обращаетесь к продавцам. Вы же обращаетесь к заправщикам. Вы же к ним обращаетесь, точно так же вы можете обратиться к человеку, который вам резонирует, который вы видите, что вам нравится его образ жизни, его мышление, там еще что-то. Не стесняйтесь обратиться к кому-то, кто может вас распаковать, не себя, не вас привязать к себе, а вас распаковать, потому что видение с другого ракурса, оно всегда актуально. Всегда.
Это всегда ваш новый опыт, это всегда ваше новое восприятие в вас. Не стесняйтесь обращаться, это нормально, вы не слабы. Это не говорит о том, что «ой, я вот весь такой деловой, я уже никому не буду обращаться». Да нет. Всегда есть тот, кто готов тебя научить. Каждый ретрит, каждый марафон, каждую консультацию, каждую встречу мне всегда ребята чему-то учат. Я все время вижу что-то новое, что я еще могу сделать. Что мне будет еще по кайфу что-то донести, что-то рассказать, что-то показать. Что-то испытать на себе. И это здорово. Если ты от другого ничего не берешь, я вот весь такой деловой, что ты можешь ему дать? Если ты ничего не взял, что можешь дать? Если в стакан ничего не налили, что оттуда можно выпить? Если из стакана постоянно пьют и не наливают, он в результате тоже будет пустым. Всегда круговорот, всегда. Что-то вы даете, что-то вы берете. Не стесняйтесь брать, не стесняйтесь спрашивать. Не стесняйтесь отдавать. Если вам что-то уже не нужно, неважно, чего это касается, убирайте это из своей жизни, отдавайте, дарите, пусть другой кто-то этим насладится. А вы наслаждайтесь следующим. Ну что, ребят, вопросов вроде бы больше нет. Я тогда буду закругляться. Сегодня что, на четверг? И во вторник, конечно же, у нас будет с вами очередной эфир. Если будет под эфиром каких-то много вопросов, то я их раскрою. Но у нас с вами еще будет в закрытом клубе. Завтра будет эфир. Как быть в центре себя? Танюш, ну как быть в центре себя? Ты уже есть центр себя. Просто это нужно понять и осознать, прочувствовать. Это раз, и все, и выщелкнет. Это клево. Не надо думать, что ты не там. Ты уже там. Но ты себе это не позволяешь по каким-то причинам. Не веришь себе. Не даешь себе этого осознания. Завтра будет эфир у нас в закрытом клубе. И там мы с вами поговорим про сущности. Задали такой вопрос, да? Есть ли эти сущности? Может ли человек стать сущностью? Как определить сущности? Свет, спасибо за эфир. Иван, благодарю. Вот, поэтому вот такой вот будет. Эфир у нас завтра в закрытом клубе. Кому интересно, присоединяйтесь. Всем огромное спасибо за вопросы. Спасибо, что были со мной. Мне очень приятно. И всех, конечно же, обняла. Присоединяйтесь на ретрит, ребят, в Алтае. В Алтае у нас еще осталось 3 места. Вот. Поэтому мы вас ждем. Еще время есть. Если вы хотите кардинально поменять свою жизнь, если вы готовы к новому не только себе, но и к новому вашему пространству, которое будет просто новым, другим, иным, то тогда жду вас на ретрите. Присоединяйтесь к марафонам, будете писать свою инструкцию себе.